Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazin проведу видеообзор пилькера от компании «Русская блесна». Модель называется Roxy. Данная приманка выпускается в нескольких весах от 3 до 18 грамм. Поставляется приманка вот в такой вот упаковке. У меня пилькер представлен в весе 9 грамм. Имеет он длину, ну вот с учетом вот этих ушек, 55 миллиметров. Приманка имеет плоские бока. Ну и как можно видеть, тело пилькера расширяется к хвостовой части, ну и дальше опять же немного сужается. Ну и благодаря вот такой вот форме, ну и весу, приманка имеет очень отличные полетные данные. Вот так вот приманка выглядит со стороны животика. Приманка сделана из латуни путем отливки, поэтому вес может разниться у приманок. Ну давайте посмотрим, какой фактический вес у данной приманки конкретной. Так, 0. Крючок очень острый, осторожно надо быть с ним. Ну и видим, что приманка весит 8,17 грамма. Ну вот, производитель заявляет 9 грамм. Но опять же повторюсь, вследствие отливки из латуни вес приманок может несколько варьировать. Приманка имеет отличное лакокрасочное покрытие. Все расцветки, а их 11, имеют glow эффект, то есть если вы посветите на данный пилькер, там, например, фонариком, и дальше свет выключите и погрузитесь в темноту, то вот этот пилькер будет светиться некоторое время. Glow эффект очень полезен, когда вы ловите на море. Вообще приманка была создана для ловли разнообразной морской рыбы, то есть это и ставрида, и сарган, луфарь, ну и так далее. Но также этот пилькер можно использовать и для ловли пресноводной рыбы, к примеру, окуня. Приманка имеет в своем оснащении два заводных кольца диаметром 5 мм. Кольца качественные, имеют вот такое вот светлое покрытие. Пилькер оснащен тройником от компании OneFook. Тройник достаточно мелкий, выполнен из тонкой проволоки и окрашен красный цвет. Ну вот если вы поедете на море, то рекомендую поставить более мощный тройничок. И, ну, к примеру, если взять Owner модель ST36, то хорошо подойдет размер номер 10-12. Ну а если вы планируете ловить, к примеру, окуней, то можно оставить вот такой вот родной штатный тройничок. Приманка очень интересная, отлично работает по разнообразной рыбе. Рекомендую, соответственно, обратить внимание на пилькер от русской блесны модели Roxy. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!